Согласитесь, женщина со штангой смотрится не очень гармонично. Этот спортивный снаряд всегда считался мужским. А между тем, в каждом фитнес-клубе на женских тренировках штанга активно используется. Например, на тренировке Hot Iron. В переводе с английского ее название переводится как «горячее железо». Поднимать что-то, ребенка или пакеты с продуктами женщине приходится каждый день. Занимаясь со штангой в зале, вы имеете возможность отработать саму технику подъема и научиться поднимать так, чтобы обезопасить позвоночник. Мы начинаем с разминки. Разминка обычная, суставная, где разминаются крупные группы мышц. Это нужно для того, чтобы разогреть мышцы, для того, чтобы подготовить их к дальнейшей работе. Сейчас я разучиваю упражнение, которое в дальнейшем мы будем выполнять с весом. Для этого мы взяли гриф без дисков. Пока ваша штанга без веса, неправильное выполнение движений не причинит вреда вашим мышцам. Важно понять технику именно на этом этапе занятия и научиться делать упражнение правильно. С техникой упражнений я уже познакомилась. Теперь можно переходить к работе с весом. С каждой стороны на моем грифе по два диска. Один 2,5 фунта, другой 5. Всего на грифе получается 15 фунтов. Если перевести это в килограммы, то я буду поднимать 7,5 килограммов. Для того, чтобы перевести штангу наверх, тянете ее вдоль корпуса, локти вниз, за счет ног выталкиваете наверх и опускаете на плечи. Из этого положения мы с вами будем приседать. Лежа покачаем мышцы рук и груди. Обратите внимание, что количество дисков на грифе уменьшилось. Оказывается, рукам для эффективной проработки нужен меньший вес. Чем важна такая тренировка конкретно для женщины? Это очень важно сохранять свою спину в форме для того, чтобы повышать физическую активность. Это вы катаетесь на лыжах, это вы катаетесь на сноуборде, просто ходите за продуктами, где-то подскользнулись, может быть, начали падать, и мышцы вам помогли не упасть. А если все-таки упадете, то крепкие мышцы уберегут вас от вывихов и переломов. Они будут держать кости скелета как корсет. Не бойтесь трудностей, занимайтесь спортом и получайте от жизни удовольствие. С вами была Екатерина Маслова. До встречи!